Так, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и это очередная серия прохождения Gran Turismo 2 для первой PlayStation. Ну что же, в прошлой серии мы с вами одолели чемпионат на выносливость, проехали целых 200 километров по Apricot Hill. Довольно увлекательная гонка была. Ну а в этой серии мы с вами продолжим, точнее закончим, добьем чемпионаты раллийные полностью, какой бы, в общем, по длительности серия не получилась. В этой серии я планирую закончить с ними абсолютно полностью, но для этого нам понадобится много денег, и давайте, как и в прошлый раз, сейчас я выключу камеру, заработаю денег и вернусь уже, когда будет много-много у нас Speed 12, и мы их будем все продавать. Так что я пошел за деньгами. Так, ну вот, я отжал кучу крутых тачек. Я даже со счету сбился, сколько у меня их сейчас. Сейчас, естественно, мы отправимся на черный рынок сбывать наши суперкары. Знаю одного барыгу, он берет по хорошей цене. Так, ладно, смотрим, сколько у нас их всего в гараже. Ого, 2, 4, 6, 8, 10. Ну вот, 10 машин. Итого, значит, 5 мульонов будет. Да плюс у нас было почти полтора. Ну, неплохо. Должно, в принципе, хватить на все про все. Предстоит много покупок. Но самое главное сейчас, самые большие деньги, в принципе, уйдут на две самых дорогих тачки, которые вообще есть во второй части Gran Turismo. Это две Suzuki, Escudo и Kaltus. Вот на них-то, собственно, большая часть суммы уйдет. Вот, все. Избавились мы от машин. Почти 6,5 миллионов. Сейчас сразу потратим основные деньги. Основную сумму на вот эти две Сузуки. Вот они. Калтус. Это вот супер эти машины. Тут видон у них, конечно, такой серьезный. Участвуют они в чемпионатах, в гонках по поднятию на гору или спуску с горы. Ну, есть такие соревнования, такие там, это, по-моему, группа там то ли без ограничения, ну или максимальная группа, вот там такие вот монстры ездят. Так, еще точно знаю, что нам вот нужна вот эта спешл модель в пижохах, 206-я, раллийный аппаратик, тоже берем ее сразу. И, собственно говоря, сейчас посмотрим, что у нас там осталось в раллийных чемпионатах не пройдено. Так, ну вот, да, пижоху мы тут взяли, целика еще нужна будет. Ну, много, в общем, машин много. Кстати, вся эта сумма практически разойдется на наши покупки. Так, это опять вот длинная трасса, это где я мучился на Лансере. На пижохе тоже, ну как сказать, уже, можно сказать, не мучился. Вообще вот это вторая, по-моему, или третья попытка. По-моему, со второй попытки я вот эту трассу прошел. Ну, трассу-то уже, в принципе, знаю. Единственное, надо было привыкнуть именно вот к этой машине, к пижошке. И, в принципе, можно было и с первого раза выиграть, но все-таки там вначале я подотпустил соперника и к концу гонки не успел его достать. Вот, ну а так, в принципе, вот довольно уже неплохо справился.
Но все равно оторваться тут особо не удается на такой трассе с этими тещиными языками. Тут, конечно, при абсолютно равной технике намного оторваться сложно. Это нужно обладать просто филигранной техникой вождения по грязи, но со здешней физикой это сделать очень сложно. Ну и также, в принципе, как на Лансере, вот всю гонку мы с ним тут бодались. То он чуть-чуть вперед выйдет, то я, но все-таки удалось. Они в последней эске немножко тупят, и их удается тут пройти. Так, ну вот. Начало положено. Да, конечно, в раллийном режиме. Ну, добавило бы какой-то динамики раллийному режиму, если бы наш оппонент был не тенью, а физически прям присутствовал на трассе, и с ним можно было бы как-то взаимодействовать. Конечно, это динамичнее бы гораздо сделало гонки, но вот разработчики почему-то решили именно так сделать. А в идеале еще бы и добавили, конечно, соперников нам, ну то есть не один на один, а ну также 6, если было на трассе, было бы вообще четко. Такой ралли-кросс как бы устроили, то есть полноценное ралли тут все равно не получилось. Да, кстати, вот еще одна спешл модель нам понадобится, Королла вот это. То есть по сути раллийный режим заставляет почти все спешл модели покупать. Ну, раллийные так вообще все. Ну и... Так, и у нас еще Целика там есть. Целика GT4. Правда, там вот модель ST165, но я что-то именно такую не нашел. Ну, по-моему, это вот она. 91-го года, слепая. Такая вот. Ну, это... классическая раллийная Целика, выступавшая в 90-е годы. Ну, в конце 80-х, начало 90-х. Там модели чуть-чуть менялись. Вот, и потом пришла как раз Королла на смену. Чемпионат по ралли. Так, ну, сейчас прокачаем ее. Вот в чем минус, конечно, таких заводских машин, что их надо, ну, тратить время на их еще прокачку. Спешл модель взял, да сразу в гонку, а тут еще доводи ее до ума. Ну ничего, это суровые будни гонщика. Еще фишка замечена у машин, которые ну, довольно слабы по техническим характеристикам. У них и запчасти дешевле стоят. Цели как к таковым не относятся, поэтому по full прайсу покупаем все запчасти. А вот если машина такая, ну, и изначально мало лошадей, и запчасти, допустим, ей мало чего добавляют в именно, ну, мощность, то цена несколько ниже на запчасти. Тоже, конечно, так прикольно. Ну, в принципе, это и в первой части было Гран-туризма замечено. Так, ну вот, почти все. Осталось чуть-чуть. И ринемся в бой. Карданный вал. Так, вот тут еще есть LSD, это, ну, LSD мосты покупаются, но я тоже этим не пользуюсь, в общем-то, оно тут не особо нужно. То есть это можно распределять усилия на по осям, как по осям, так и еще по, по-моему, даже по сторонам, хотя нет, вру, чисто по осям.
То есть, ну, перенастраивать, допустим, чтобы чуть-чуть больше там передняя ось гребла на полноприводных машинах, вот, распределение. Ну и решил я купить все-таки раскраску ей, ну, очень уж она классная, Celica GT4 прям обалденно выглядит, поэтому все-таки на нее я решил купить гоночный обвес и раскраску. Уж больно хороша она, четко смотрится, поэтому отступимся. Ага, нет, вот смотрите, Celica все-таки GT4, да, но это старше модель, по-моему, там 89 года Celica, и она, видно, что она слабже. Ну и ладно, и хрен с ней, как говорится. Зато с первого раза, может, удастся выиграть. Это первая попытка. В принципе, та же самая трасса. Так как соперник более слабый, ну, думаю, проблем с ним не возникнет. Ну, выглядит, конечно, четко. В реальности она, конечно, ну вот, можете даже там погуглить или на ютубе там посмотреть вот 90-х годов чемпионаты по ралли. Очень она обалденно, конечно, смотрелась в те годы, вот эта Celica. Ну, я говорю, можете ролики старые посмотреть на ютубе. Великолепная машина. Кстати, не знаю, как в третьей, а вот в четвертой части она вообще четко выглядит. Ей еще решетку такую сделали, и дополнительное освещение на ней стоит спереди, на этой, ну, на решетке. Такой типа кенгурятника у нее установлен. И там дополнительные фары стоят. Ну, она вообще, конечно, там выглядит очень агрессивно, так четко. Прокачали ее там еще внешне. Так, ну да, вот получается, удалось выиграть с первого раза, потому как соперничек-то был, конечно, не ахти. Ну и ладно, тем лучше, меньше времени на это убогое дело потратим. Так, что нам дальше взять? Так, тут у нас эскорт. Эскорт, его где-то зарабатывать надо. Тоже будут проблемы. Тут Королла вот и Лянча Стратос. Насчет Лянча Стратос. Ну нет, в новых-то, может быть, в специалах она есть, нет, нет ее в специалах. В принципе, не, я все-таки помню, что мы ее, была она у нас как-то, где-то мы ее зарабатывали в начальных чемпионатах, а купить ее невозможно. Получается так, так что тоже, естественно, сейчас искать и зарабатывать я ее не буду, поэтому давайте возьмем тоже Лянчу, у нас есть Лянча Дельта той же фирмы, посмотрим. Правда, Дельта она, по-моему, помощнее будет все-таки, чем Стратос. Ну, ничего страшного, я тоже думаю, в этом нету. Немножко можно отступиться в этом случае от нашего правила, чтобы уж сильно много не денег, а времени не тратить. Вот, поэтому выставим против старой Лянчи новую модель, ну, сравнительную, скажем так, новую по сравнению со Стратосом. Ну, думаю, тоже проблем особых не будет, потому что, мне кажется, наша Лянча Дельта S4, она помощнее это будет. Ну да, есть немного. Ну, хотя так, довольно-таки по пятам едет.
Я думал, сильнее будет отставать, примерно как было, как с целикой. Здесь, кстати, на самом деле тоже с этим стратосом были проблемы. И, в общем, на самом деле он не так уж много проигрывает Лянче Дельте. И довольно долго я привыкал на этой трассе к управлению нашей Лянчей, поэтому довольно много времени потратил. Не знаю, какая это попытка, я со счету сбился, но времени довольно много я потратил на прохождение именно вот этого соперника. Вот, так что, в принципе, практически, на самом деле, такие машины равные были, ну, точнее, есть. Буквально со старта она чуть-чуть слабее уходит, Стратос, но потом нагоняет, в общем-то. На следующих передачах практически не уступает Лянче Дельте. Ну вот, все-таки победить удалось. С какой-то там сатой попытки. И снова какие-то копейки к нам падают в карман. Конечно, скучно, что машины не дают за раллийный этап. Это, ну, на мой взгляд, самый такой большой промах разработчиков, что все-таки вот надо было им давать машины. Хотя бы тут вот за третью гонку. Ну, тут, видите, по три гонки как бы в каждом, на каждой трассе, ну, хотя бы за третью давали, за нее больше всего денег дают, типа она самая сложная считается, и могли бы за нее хотя бы давать машину. Вот за эту сейчас мы на Королле проедемся опять на этой же трассе. Спешл модель, две абсолютно одинаковых машины. И здесь тоже пришлось попотеть. Не так уж сильно, но тоже не с первого раза удалось одолеть соперника. На самом деле, хоть и трасса, опять же, это же самое. Так, вроде повороты-то изучены, но она довольно специфичная оказалась в управлении. У нее достаточно серьезно выраженная недостаточная поворачиваемость на этой трассе выделилась. И вот даже в этой попытке, ну, это победная попытка, но и она была неоднозначной такой. То есть где-то полгонки лидировала соперничающая Королка. На прямой вот они, кстати, не очень хорошо проходят. Но в этой попытке и я на прямой с этими кочками тоже был, ну, не оптимально ее прошел. И вот в последних этих крутых поворотах здесь тоже вот удалось получше пройти. Хотя, в общем, до последнего сопротивлялась. Даже в последнем повороте еще не ясно было, но все-таки удалось ее опередить, пройдя получше последний поворот. Ну и очередная победа. На самом деле, я вот сейчас, проходя раллийный режим, даже вот не знаю, что сложнее. Раллийный режим проходить или лицензии сдавать. Конечно, раллийный режим все-таки, наверное, попроще будет. Плюс тут есть все-таки возможность, если уж совсем не получается, взять машину какую-то другую и все-таки одолеть. Но в лицензиях там у тебя есть цель. Если ты проходишь на золото, например, то ты стремишься к машине призовой. Здесь же мотивация, ну, то есть какая-то самомотивация только должна быть, и все. То есть никаких плюшек, никаких бонусов абсолютно не дается. Так, вот тут у нас опять целика, вторая гонка на целике. Ну, здесь, наверное, уже будет такая же, как у нас целика, именно вот это 91 года.
Да. Одинаковые соперники вышли на старт. Трасса Smoky Mountain. На самом деле странно, что Целика вроде бы такая же, а она здесь тоже отстает и довольно-таки так не слабо. Видимо, даже несмотря на абсолютно такую же раскраску, все-таки модель чуть-чуть, видимо, другая у соперника. Потому что, ну, разница в скорости видна невооруженным взглядом. И вот эту гонку я на самом деле со второго раза прошел. Это вторая попытка. В принципе, прошел бы и с первого раза, просто у меня на этой трассе есть любимое место, кочка, прям перед поворотом. И меня там кидануло в стенку, ну и закрутило сильно, и он на этой прямой уже от меня вот оторвался перед финишем. И догнать я его уже тут не смог. Хотя у меня тоже там был и отрыв уже от него, но сильно закрутило. Ну и вот, со второй попытки трасса пройдена. Все хочется мне сказать, сейчас посмотрим, какую нам машину дали, но опять это больная мозоль, никакой машины здесь не дают, как я уже много раз говорил. И это, конечно, очень печально. Так, тут вот у нас Lancer Evolution остался один. Так, а здесь у нас Mazda 323 GTR. Интересно, что это за Mazda такая? Что-то я даже как-то ей толком не знаю. Так, ага, ну вот есть тут 300. Их так много здесь. Ну, что-то, кстати, я не наблюдаю GTR модели. 323 GTR. Что-то опять, видимо, с названиями напортачили разработчики. Странно, странно. Ну, нету GTR, GTX есть вот. Наверное, она и есть это. Так, сейчас посмотрим. 177 лошадей. Есть вот еще одна. Так, вот купе. А, так это Шлантис 323, вот который купе. Mazda Lantis. Ну, видимо, это различие версий тоже разных. Я помню, играл, когда это был никаких цифровых обозначений, это просто была Mazda Lantis. А тут вот ее в европейской версии переименовали в какую-то цифровую ему аббревиатуру эту дали. Так, ну ладно, берем. Надеюсь, что это она в соперниках там будет. Так, ну опять же, сейчас придется ее прокачать. Так как она у нас не просто заводская, она еще и бэушка. О, барыги купили тоже. Так, ну что, есть турбина? Есть вторая, третья. Четвертая нету, третья стадия. Ну так, неплохо. В принципе, уже почти 300 лошадей. Так, интеркулер не поставил. О, уже больше 300. Так, и вот, по-моему, как раз вот у этой машины у нее цены на запчасти немножко снижены. Да, вот профессиональная подвеска на дорогих машинах, она стоит 20 тысяч, здесь же стоила 18. Тормоза стоят, по-моему, шестерку, здесь 4800. Ну вот, сами заметьте, немножко цены снижены, это вот о чем я ранее говорил. Немножечко там, буквально где-то на там, 500 рублей, где-то на 1000, где-то на 1500, но в купе это все дает неплохую, в общем-то, скидку.
с полностью, ну, с машины, с прокачки одной машины. Экономим деньги. Так. Вот, да, 13 тысяч стоит вообще комплект грязной резины. Тут 12,5, вот на 500 рублей дешевле. По-моему, 11 тысяч стоит коробка. Тут 10,5. Тут 200 рублей скидка. Маховик 1200 вообще стоит. А здесь еще 5-хат. Ну и стадия облегчения тоже, по-моему, да, тоже дешевле. Ну все, по чуть-чуть, но все дешевле. Классно. Хорошо сделано. Может из-за того, что машина бэушная, типа и запчасти, может типа бэушные ставятся на нее. Так, ну тоже вот есть на нее гоночная модификация, но мы ее брать, конечно, не будем. Хватит с нас одной целики. Так, блин, за 5000 всего будем биться. Так, опять начало тут у нас асфальтовое. Ну, на этой машине, кстати, вот опять же странно, что все-таки что-то с моделями напутали, видимо. То есть соперник слабее нас, и эту гонку тоже удалось, в принципе, одолеть с первого раза. И ну, потому что соперник довольно ощутимо слабее, хотя вроде бы машины одинаковые, но опять же не одинаковые, там название GTR у него, а у нас GTX, хотя GTR вообще нету. Правда, есть такая фишка еще, знаю точно, Gran Turismo, именно в бэушном магазине, с новыми-то машинами такого нету, они... Как вот есть список машин в магазине новых, так он и, ну, не меняется. А в бэушках именно там есть такая фишка, что, ну, как бы вот этот счетчик дней виртуальных, да, внутри игры. То есть день, допустим, прошел, и список машин в БУ магазине, он может меняться. И мало того, что и цены могут меняться на определенные модели, но могут также еще и появляться какие-то модели, которых до этого не было. Поэтому вот, может быть, просто попали в такой промежуток, что не было этой Mazda 327 GTR. Не знаю, в общем. Это редко, но бывает такое. Вот это с первых частей фишка появилась. В четвертой части, знаю, это прям вообще в абсолют возведено. То есть там за некоторыми машинами прям охотиться надо. То есть, ну, как бы, загрузка трассы, это считается, вот один день игровой проходит. И там, я помню, гонялись за некоторыми машинами прям. Каждый день заходили, обновляли гараж, ну и заходили, искали. Так, вот нам еще понадобится вот этот Ford RS200. Ралли-кар. Мне вообще-то казалось, что он спешл модель, но нет. Он просто в магазине покупается. И, ну, естественно, его тоже надо прокачать. Ну, агрегат уже очень мощный, серьезный. Кстати, именно вот этот Ford RS200, он есть в Колин Макрей ралли. В первой части точно есть, помню. Это в монстрах в группе неограниченной, которая там он есть наряду как раз тоже, кстати, по-моему, там и Лианч Дельта присутствует. Ну, раньше, в общем, это группа такая была монструозная, в общем, ее отменили, потому что там страшные аварии начались. То, что машины слишком мощные были.
Вот, и ее потом как-то упразднили, эту группу. Не осталось только вот эта версишная. Ну и вот в первой части Колин Макрей, вот этот форт, представлен как раз той группе. Такая на режиме эксперт там играешь. Вот как раз на этих машинах группы N, по-моему, она так называлась. А здесь вот видите, цены уже полновесные, без всяких скидок. Ну и машина, потому что новая, с магазина, с витрины. Ну и сама машина мощная. Так, ну осталось облегчить, повыкидывать все лишнее с салона, наварить каркас безопасности и вперед. Ну-ка, есть у него... Ага, гоночной модификации нема. Странно. Мне что-то казалось, что он в такой бело-фиолетовой расцветке должен быть. Так, ну и давайте тоже тут чуть-чуть это... Ford Escort здесь, но мы тоже на Форде, но вот на этом RS прокатимся. И вот тоже здесь с первого раза у меня не получилось. В общем, с эскортом справляться довольно сложно. И решил я зайти в настройки коробки передач и передаточные числа немножко сблизить ему, чтобы он разгонялся пошустрее. Потому что на разгоне я ему эскорту сливаю. Прямо он уходит от меня в точку, и потом уже догнать не могу его, поэтому... Ну, из-за этого, в общем-то, и сливал. Ну, сейчас вот поднастроили, посмотрим. Первая гонка с перенастроенным фордиком. Настройки, кстати, очень многое дают. Ну, как вы, в принципе, уже убеждались... неоднократно. И вот, да, сейчас на старте он не вышел вперед. А так обычно вот он прям на этой прямой стартовой нашей, он уходил от меня вперед и так держался впереди. Сейчас, в принципе, вот более-менее на равных мы с ним боремся. Ну, сейчас посмотрим, чем это все закончится. Еще не очень мне нравится, что вот этот именно Ford RS, он так немножко плывет. Всего надо, у него избыточная поворачиваемость, его надо все время хвост его отлавливать, иначе он начинает уходить. И с этим, конечно, проблемы. Вот кидануло сейчас, опять же, таки еще и на кочке на этой. Я еще хотел в настройках, ну, прижать ему немного зад, но... Спойлер у него вроде бы есть, и так вообще он в обвесах, но настройки недоступны. Ну, видимо, как бы игра не понимает. Ну, так как не куплена гоночная модификация, соответственно, для игры он, ну, без обвесов, в общем. Хотя внешний вид, конечно, явно то, что настроить-то можно. Видно, что он в обвесах, но игра этого не понимает. Ну и вот, в принципе, сразу как поднастроил его, удалось выиграть. Первая гонка, в принципе, на перенастроенном Форде, сразу победа. Так, ну вот, мы с вами хотя бы первую страничку все одолели, это уже не может не радовать. Близимся к завершению этого раллийного режима. Я уже просто готов его, блин, возненавидеть. Так, и здесь вот я беру Suzuki Kaltus эту, потому что тут в одной из гонок я пытался на Лансере пройти. Гонка вот здесь на Лансере 6-м, ралли-кар.
Но именно Lancer Evolution Rally Car его нету, его купить невозможно, его скорее всего тоже где-то дают, где-то его выигрывать надо. И, а те лансеры, которые продаются в магазинах, они слабее, чем наш соперник. Поэтому, в общем, меня достало все абсолютно, меня уже нервы сдали просто, и я вот решил ультимативное оружие, короче, против него применить, вот взять эту супер-мега Сузуки. Стоит на старт, на трассе, точнее, она просто великолепна. Тут, когда я на лансерах гонял, меня шкивало, швыряло, а тут она даже на кочках почти не подпрыгивает. Ну, понятно почему, вы только гляньте на эту книжную полку, которая позади машины прилеплена. Имею в виду спойлер, конечно. Мега-гигантский этот. Да, машины, конечно, просто как вкопанные стоят. И в повороты ввинчиваются хорошо, благодаря своей мощности. Ну и прижимная сила у них, конечно, колоссальная, поэтому с первого раза я удалось, блин, разорвать этот лансер чертовой бабушки. Вот, просто у меня тут, ну, реально нервы сдали. Вот, уже я несколько часов, наверное, ну, часа два потратил на эту гонку. Два лансера брал их, обои, в принципе, в гараже они оба присутствуют. У меня, ну, я уже не стал. Ну, в общем, вырезал все эти попытки, где на лансерах пытался там ковылять. Вот, и в принципе осталось не так много. Вот три гонки здесь. И тоже тут я решил не, в общем, уже не выпендриваться. Уже и денег на самом деле не так много. И если брать еще 306-ю пижоху, ее прокачивать, и четвертый лансер, то опять придется, ну, в общем, зарабатывать деньги на эти, ну, на спид 12 этот. Поэтому примерно так же вот со Стратосом давайте посоперничаем на Лианче Дельте, тем более что опыт уже такой есть, и машины очень близкие по характеристикам на самом деле. Вот, и поэтому возьмем опять Лианчу Дельту против Стратоса. И эта трасса, кстати, вот новинка. Это уже даунхилл, так называемый, ну, то есть спуск с горы. И здесь это не круговая трасса, а просто из точки А в точку Б. То есть просто кусок трассы. Вот. То есть мы сверху сейчас будем спускаться, ну, внизовье с этой вот горы. Такой довольно-таки вот этот режим мне, в принципе, более или менее нравится, как он реализован. Но опять же минусы те, что соперник такой же тут эфемерный, то есть просто как тень представлен, это мне здесь не нравится. Но вот сама концепция вот этих спусков и подъемов, что здесь не закольцованная трасса, ну, прикольно. Уже более или менее что-то такое на ралли похоже, типа как спецучасток, да, такой небольшой. Вот, поэтому довольно-таки интересно. Ну вот, Стратос тоже довольно-таки близко жужжит тут в ушах. Вот, даже вперед вышел, ничего себе. Ну, очень он близок, конечно. Ну, нервов особо он мне не портил. Тут вот с ним удалось. Это вторая, по-моему, попытка. Да, по-моему, вторая. Вот со второй попытки, в принципе, уже удалось с ним. В первой попытке он как-то так сначала уехал от меня. Сразу секунд на 5 оторвался. И так мы с ним, с этим интервалом, и финишировали. Буквально в первых там пара-тройка поворотов он отрыв создал. А тут вот с ним уже, ну, так на равных едем. Чуть-чуть позади он там жужжит. Но вот все-таки удалось его одолеть со второй попытки. Вот на этом самом даунхилле. Царь горы.
или царь Предгорья. Так, дальше у нас Пижоха 306. Ну, тоже. А, и Лансер там еще. Лансер тоже, Лансер 4, но тоже не хочу я 4 брать Лансер. У нас есть, если помните, тоже спешл модель Лансер. Лансер Evolution 5 ралли-кар, вот он. И давайте на нем проедемся, заодно сравним модель Evolution 4 и 5, насколько они отличаются технически. Если честно, да, мне под конец уже поднадоел этот абсолютный режим, поэтому вот я здесь уже не упарываюсь так с машинами, то есть беру примерно похожие, тех же марок там, допустим, и пытаюсь на них проходить. Ага, вот интересная, кстати, раскраска у Evolution 4, вот такая черно-красная. У шестой эволюции тоже, кстати, вот такая похожая раскраска была, на которых я пытался с шестым лансером там соперничать. Но я раскраску-то не покупал, просто заходил, видел. Ну, на самом деле, четвертый лансер намного слабее пятого. И это, вот это, по крайней мере, первая попытка моя сражения с ним. Но отстает он, конечно, ну прям как будто из разных категорий прям машины. Даже как-то немножко удивительно, что настолько не отличается. Ох, как передавил газа. Ну, так как он настолько сильно отстает от нас, в принципе, здесь даже он ошибки прощает. Тут меня опять почти закрутило. Но соперничек-то лоховатый. И будет еще как бы в обратку то же самое. Вот последние три трассы. Ох ты, блин, как тут перед финишем закрутило. Ну, опять же говорю, что соперник очень сильно отстал, поэтому угрозы не представлял никакой. Вот, и, конечно, разнообразием этот даунхилл не блещет. То есть будет подъем на гору абсолютно на этой же трассе, просто будем стартовать вот отсюда, снизу, и наоборот ехать, подниматься наверх. Ну, то есть уже будет пик-спик, то есть, ну, добраться до пика горы. Вот, могли бы, конечно, хотя бы парочку трасс сделать для этого. Ну, что-то как-то. Ну, это все из той же оперы, то есть раллийный режим сделан наспех, наскоряк как-то слеплен. Поэтому не блещет тут разнообразием особо. Трасс-то, кстати, раллийных тоже не так много. Так, ну и соперники с 306 пижохой тоже возьмем 206. Не знаю, мне кажется, 206, конечно, послабее вроде бы. Хотя, черт его знает, сейчас посмотрим. В общем, мне кажется, что 206 послабее. Так вот я ее взял попробовать. Сейчас на старте поглядим, кто кого возьмет. Нет, вот смотрите, 206, как ни странно, мощнее своей, ну, преемницы получается. Хотя в случае с Mitsubishi, да, пятый лансер мощнее четвертого, быстрее, шустрее, в общем, а здесь вот как-то наоборот. На самом деле странно, это получается, что у компании Peugeot случился регресс от 206 к 306 модели. Непонятно мне это немножко. Кто в курсе, напишите вообще, почему так. Мне, например, удивительно. По идее, каждая следующая модель, да,
Если, конечно, не было каких-то серьезных изменений в правилах, может быть, как раз при смене вот на с 206 на 306, может быть, в ВРЦ там правила поменялись серьезно и что-то там ограничили регламентом. Такое, конечно, может быть. Такое, блин, сплошь и рядом случается. Ой, Уфиа, заскоки эти. Борьба со скоростью постоянная, блин. Ограничения все новые и новые вводятся. Ну, по крайней мере, в Формуле 1-то это как за здрасте. Да, кстати, на момент вот записи этой серии прошли уже гонки. Ну, неделя была между гонками Формулы 1, между Сингапуром и Японией. И они как раз обе прошли. Но в этой серии формат как бы не особо позволяет обсуждать. В следующей серии мы с вами начнем проходить, добивать уже эндуранс чемпионаты. Собственно, они только одни и останутся. Наконец-то этот треклятый раллийный режим сейчас мы добьем. И там уже в следующей серии плотненько, ну, я планирую обсудить, в общем, результаты этих двух гонок, сингапурской и, ну, и уж Японии-то точно. Сингапурскую-то, в общем-то, мы гонку, по-моему, обсуждали. Хотя, если честно, не помню уже. В комментариях точно мне писали, я там отвечал на пару вопросов по части сингапурской гонки, но вот в видео, по-моему, тоже, по-моему, обсуждали. Ладно, пересмотрю последние серии, посмотрим. В общем, в следующей серии поговорим о F1 поплотнее, благо там формат будет позволять. Так, ну и вот, собственно, подъем на гору, ой-ой-ой, и, в общем, здесь взял я самого монструозного монстра, это самый мощный раллийный агрегат Suzuki Scudo, это бестия кошмарная просто, и, ну, в общем, короче, я решил не заморачиваться. В принципе, как вариант, вот посмотрите на вот эту именно гонку и на то, как я, в общем, упарывался с прохождением вообще всего раллийного режима в Gran Turismo 2. Вот можно было, в общем-то, пойти по легкому пути, да? Ну и там многие так, наверное, и делали. То есть взять просто вот эту вот машину самую мощную, там, заработать эти 2 миллиона на нее, чуть-чуть попотеть, да, и без проблем абсолютно пройти весь раллийный режим на вот этой вот супербестии. Естественно, никаких проблем вообще не возникнет, то есть я думаю, с первого раза все гонки вам будет по силам на ней одолеть, но я вот именно решил попробовать, дабы вам побольше машин показать, ну как-то больше, чтобы челленджево это все выглядело, вот брать примерно такие же машины, как у соперников. Но я говорю, это не обязательно так упарываться, можно вот весь практически раллийный режим пройти вот на этой супер машине, но самая последняя гонка будет все равно с абсолютно таким же соперником, то есть последняя гонка будет на такой же точно Escudo наш соперник. И, естественно, там придется, хошь не хошь, попотеть. Ну и вот предпоследняя гонка, в принципе, тоже на у нас соперников тут Калтус Сузуки. Он, правда, немножечко, конечно, уступает в мощности Escudico, но совсем чуть-чуть. Ну, в принципе, так, я тут на нем, сражаясь с РСом, предыдущим Фордом, я немножко тут тактику выработал езды именно на вот этой супермощной машине. На более слабых машинах это не прокатит, потому что они, ну, ударяются и слишком много скорости теряют, когда ударяешься о внешнюю стенку поворота. Здесь же это
прокатывает. Вот, блин, зарылся мордой во внутреннюю сторону поворота. В общем, можно залетать вот в эти тещины языки почти на полной скорости. Чуть-чуть заносить скудик и боком ударяться во внешнюю, получается, стенку поворота. Вот. И машину как бы быстро доворачивает, потому что она, ну, очень быстрая и мощная. И практически на этом время не теряется. И за счет этого обходить соперника. Он же здесь оттормаживается и проходит поворот правильно. А за счет этого вот, ну, не знаю, мухляжа, не мухляжа, может чуть-чуть читерский такой момент, конечно. Но почему бы и нет? Раз это не запрещено, значит разрешено. По принципу спортивному, да? Так что вот и Калтус, в принципе, удалось одолеть с первой попытки. Это первая попытка, вот он, чик, припарковался тут рядышком. Ну и сейчас предстоит последняя, самая серьезная битва с самым мощным соперником здесь. И вот, смотрите, единственное отличие здесь — это 25 тысяч дают, вот, когда едешь вот с этими самыми мощными соперниками. Здесь уже не 8 и 10 тысяч дают за вторую и третью гонку, а по 25. Вот, собственно, и все, на что они, на что хватило фантазии, короче, разработчиков. Чуть-чуть повысить выигрышный бонус. Если честно, конечно, смехотворно. Могли бы хотя бы вот за эти две гонки дать машины. Пускай даже не в гоночной модификации, но просто могли бы дать. Вот с Кудиком здесь абсолютно точно надо уже использовать вот эту тактику. На Калтусе я еще получше ее отработал. И здесь вот именно в медленных поворотах, в этих практически, которые на 180 градусов, вот тещины эти языки, вот тут надо использовать эту фишку, что влетать, ударяться, стараться боком в поворот и машину с отскоком от стенки доворачивает еще и уже мордой прям на выход направляет практически автоматически, и разгон получается лучше гораздо, чем у соперника за счет этого. Ну, в общем, на выходе отрываешься от него и, ну, все, в общем, пучком получается, все четко. Такой вот способ разработал. Ну и, в принципе, вот он даже почти к самой вершине там у нас и подотстал наш соперничек от нас. Ну и вот, как я говорил, видите, здесь используется та же самая, в общем-то, трасса, которую мы спускались вниз, вот она же только вверх. Ну и к финишу мы оторвались от него прилично, и, в общем, с первого раза тоже удалось одолеть эту гонку. На самом деле я больше всего их боялся, если честно, но их удалось быстрее всего пройти. Проблем особых не вызвало. Так. Сохранились сразу, не дай бог, а то что-нибудь случится, какой-нибудь свет отключат или еще что. Я бы тогда не знаю, блин, что бы я сделал. Точно бы джойстик, наверное, раздолбал. Так, ну и вот. Красотища. Давайте еще раз посмотрим. Все чемпионаты пройдены. Смотрите, наконец-то. Вот это, ну реально, для меня это пыткой было, если честно. Уж простите меня, но этот режим никакущий просто. Слава богу, что мы его закончили. Одолели, все, больше ралли не будет. Остальные серии будут чисто кольцевыми. Там меня, знаю, что просили какой-нибудь из чемпионатов пройти на раллийной машине, кольцо как бы на раллийной тачке. Вайпер обязательно задействуем. В общем, все будет четко. В следующей серии, скорее всего, пройдем с вами гонку по Сиэтлу. 100 миль. Вот, там еще есть ограничения у нас по лошадиным силам. Это, конечно, не радует. Ну, в общем, ладно. С этой серией покончено.
Спасибо вам огромное, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь. Обязательно те, кто не подписался. Комментируйте. Мне очень интересно с вами общаться. Ставьте лайки, если вам понравилось. Ну и с вами был, как всегда, Скудер. Всем пока-пока. И удачи на дорогах.